67-й Венецианский кинофестиваль завершился. Решение жюри было, как всегда, непредсказуемым. «Золотого льва» за фильм «Где-то» получила режиссер София Коппола, дочь знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Международное жюри во главе с Квентином Тарантино посчитало, что высшей награды достойна история отношений отца-актера и дочери-подростка в Голливуде. «Серебряный лев», который вручается за лучшую режиссуру, достался испанскому режиссеру Алексу де ла Иглесии за фильм «Печальная баллада для трубы». Эта же картина получила приз за лучший сценарий. Фильм россиянина Алексея Федорченко «Овсянки» получил престижный приз Международной федерации кинопрессы «Фипресси». Кроме того, «Овсянки» получили премию отца Назарена Таддея, который в 1960 году защищал фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь» перед католической церковью. «Золотая мышь», которую выдают итальянские интернет-критики, тоже досталась Алексею Федорченко. Награду за лучшую мужскую роль Кубок Вольпе присудили эпатажному актеру и режиссеру Винсенту Галло за роль беглеца-террориста в необходимом убийстве польского режиссера Ежи Скалимовски. А приз за лучшую женскую роль получила Ариана Лабет, сыгравшая в фильме «Аттенберг». Несмотря на заливавший Венецию дождь, фестиваль удался.